Всем добрый день. Итак, первый день весны я встречаю в Сочи. Как вы понимаете, ну и есть чему порадоваться. Сейчас мы с вами вышли на курортный проспект. Посмотрите, какая обстановочка. Все зелененькое, все красивенькое. Пальмочки кругом. Народ гуляет. Агавы не цветут, но вот радуются жизни. Этот ролик будет очень коротенький, я сниму попозже его на камеру отдельно. О, а сегодня у нас рыжий Иванушка, облака, голубые облака. Видите, как их диффузоры раскидывают. Работают диффузоры, соответственно, как будто бы облачко. Ну, сочинцев, конечно, этим уже не удивишь. Да и вас наверняка тоже, я уже не первый раз показываю вам эту композицию. Кстати, сегодня, именно 1 марта, рыжий Иванушка что-то там открывает. Какой-то новый очередной магазинчик в Сочи. О чем символизирует, вероятнее всего, вот эти вот оранжевые шарики. Сейчас пойдемте посмотрим. И я буду заканчивать ролик. Не хочу делать его длинным, так как грузиться он будет достаточно долго. Я просто видел рекламу, что он там что-то там открывает в Мелодии. Это такой торговый центр прямо рядом с нами. Еще раз покажу вам вот эту вот красоту. Точно. Рыжие девчонки, рыжие мальчишки, самокаты. А в Сочи начинается представление цирка. Девочка и слон. Вот этот рыжая Нива. Почему-то не рыжие девчонки. Вот и всем пока.